Привет всем! Мы покажем, как в посуде МЦ можно сделать фаршированные блинчики. Мы будем печь блины, поэтому нагреваем нашу сковородочку для блинов. Закрываем крышкой на 24 сантиметра. Плиту включаем на 6. Один раз нажимаем на правую кнопочку и выставляем программу мяса. Сигнал. Вот это убираем. Крышку тоже. Переключаем печку на 4, четвертая штуфа, наливаем немножко масла, кисточкой распределяем. Переворачиваем блин и жарим вторую сторону. Блин готов. Наливаем следующий. Тесто наливаем в середину и равномерно распределяем. Плиту можно температуру добавить, я добавлю, переключу на 6. И будем дальше печь все блины. Мы фаршируем блинчики с творогом и с изюмом, добавив немножко сахара. Ну, можно и просто с изюмом, дело вкуса. И заворачиваем каждый блинчик, выкладывая начинку. Запекаем фаршированные блинчики. Растопилось. Выкладываем блинчики. Пару минут, минуты 2-3, жарим чуть-чуть дно, чтобы оно поджарилось у нас. Смажем блинчики сверху тоже маслом. Выключаем плиту на 0. Убираем в перевернутую крышку. Переворачиваем плиту. Включаем на 2 полоски, на полную мощность, крутим до упора. На аудиотерме 2 раза нажимаем на правую кнопочку и убавляем до 5 минут. Прошло время. Блинчики готовы. Вот так запеклись блинчики.